четвертый день европейского турнира сборная России по мотоболу встретилась с белорусскими спортсменами. Тренерский состав окончательно определился со стартовой четверкой. От российской команды игру начали Антон Гусев, Владимир Сосницкий, Сергей Крошка и Иван Криштопов. Он же и забил гол в первом периоде. Далее в створку ворот соперников смогли пробить Гусев и Сосницкий. Все удается, с каждой игрой мы оттачиваем, и команда выглядит все лучше и лучше. Вот этим я доволен, то, что прогресс идет. Затем игроков основы отправили отдыхать, и второй состав сборной достойно продолжил начатую игру. Правда, один гол пропустили, но взамен по два забили Анатолий Касьянов и Роман Дицина. Один записал на свой личный счет дебютант чемпионата Николай Облап. Как-то даже и не понял. Старался, хотел забить, получилось, пас дали и забил. Команда сыграла на меня, получилось. Ощущение даже не знаю, как передать, еще даже не понял. Только после игры еще не пойму ничего. Завершился матч еще одним голом от капитана россиян, который за несколько минут до окончания выехал на замену травмированному Анатолию Касьянову. С каждым соперником играется трудновато. Они как бы, ну, первые два тайма они более сильнее боролись как-то, а потом что-то почему-то сдали позиции, и так получилось, что такой счет получился 9-1. Сборной России осталось провести одну отборочную игру с Литвой, но, к счастью, она уже ничего не решает. Российские мотоболисты уверенно подошли к полуфиналу и будут участвовать в нем с первого места.